За інформацією Департаменту охорони здоров'я Одеської міськради, захворюваність гострими кишковими інфекціями в Одесі на минулому тижні знизилась на 21% в порівнянні з попереднім тижнем і склала 126 випадків. Із захворілих 65% становлять діти, більшість у віці 1-4 років. Більшість випадків захворювань пов'язані з вживанням готових домашніх страв з порушенням технології приготування і зберігання, намитих овочів і фруктів, молочних і м'ясних продуктів, придбаних на стихійних ринках. Крім того, на минулому тижні на кір захворіли 58 одеситів, в числі яких 29 дітей у віці до 17 років. Всього з початку поточного року, станом на 23 травня, в Одесі зареєстровані 896 випадків захворювань на кір, з них 45,5% склали діти. Найбільша кількість хворих на кір зареєстрована серед дітей у віці від 1 до 4 років і серед дорослих. Переважна більшість хворих не були щеплені від кору. Згідно з даними Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, на всіх міських пляжах Одеси морська вода відповідає нормативним вимогам і придатна для морського водокористування. Крім того, з метою проведення моніторингу питної води в Одесі відібрано 30 проб на санітарно-мікробіологічні показники і 15 проб на санітарно-хімічні показники. Всі проби відповідають нормам. Путь развития цивилизации в накопленной человеческой мудрости, которую предыдущие поколения умело передают потомкам. Накопленные знания приумножаются, и в целом люди становятся более осведомленнее, солиднее, грамотнее. Определяют собственный жизненный путь и сознательно делают его выбор. Однако довольно часто в жизни людей происходят ситуации, с которыми справиться они не могут. Это, как правило, несчастье или психологические тупики, выйти из которых не позволяют ни предыдущий опыт, ни дружеское участие, ни обычный совет. Но выход есть, говорит Али, во всяком случае, психолог с большим стажем, уже сумевший оказать неоценимую помощь сотням людей в самых разных жизненных обстоятельствах, всегда готова прийти на помощь людям, попавшим болью судьбы в ситуации, которые уже давно кажутся им безысходными. Помощь оказываю однозначно, потому что, ну, это моя профессия, это моя работа, и я люблю свою работу, люблю людей, люблю помогать и люблю видеть результаты, когда человек приобрел другую жизнь, да, когда он по-другому смотрит на ту ситуацию. Даже люди, которые думают о том, что вот какая-то ситуация зависит от семейных, бытовых, от людей по работе, да, то есть обвиняя кого-то. Но когда он пришел второй и третий раз, он понимает уже после нашей беседы, что проблема в самом человеке. Как рассказывает Дали, далеко не всегда удается установить сразу полный контакт с пришедшим за помощью. Ведь у каждого свой тонкий индивидуальный мир. Далеко не каждый, кроме этого, способен откровенно рассказать о наболевшем и задать вопросы, ответы на которые смогли бы помочь. Ведь многие буквально до последнего пребывают в иллюзиях уже давно разрушенного счастья. Многие живут в иллюзии, обманывая себя годами. Конечно же, их знакомые, их приятели, естественно, думают, что это идеальная семья, потому что где-то в обществе люди улыбаются, делают вид, все хорошо. Приходя домой, друг друга ненавидят, тихо друг друга ненавидят, и это бывает в очень интеллигентных семьях в основном, потому что в более таких простых семьях, знаете, там все немножко попроще. Кто-то живет насильно друг с другом, кто-то живет из-за материальных возможностей, да, кто-то живет, потому что вот дети, а что скажут дети ради детей, да, а кто-то уже понимает, что дальше нет смысла жить, и, конечно же, кому-то стоит развестись, а кому-то не стоит разводить. Это семейные проблемы, разводы, конфликты. Оказывая психологическую помощь и поддержку на протяжении ряда лет, Дали однозначно советует выбирать лучшую, новую жизнь. Не заставлять себя прозябать в угоду кому-либо или каким-то обстоятельствам. По ее мнению, в конце трудного пути испытания одиночества, после тонкой психологической работы над собой при ее участии и поддержке и осознанием допущенных, вероятно, ошибок, все равно наступает время новых возможностей, хороших отношений, материального благополучия. Я желаю нашим одесситам прежде всего быть добрыми, потому что такой мир сегодня, он злой, он грубый, да, добрыми быть. Это самое главное, сохранять спокойствие душевное, внутреннее, физическое. А все, когда ты спокоен внутри, когда ты с собой совладаешь, когда у тебя есть какая-то духовность, да, то, естественно, у тебя и жизнь идет
совершенно по-другому, она у тебя идет легко, спокойно, да, такая вот. Нужно быть смиренными. Вот когда есть смирение, тогда уже много чего получается хорошего, происходит хорошего, да. То есть напутствие следующее — быть человеком прежде всего.